Всем огромный привет! Сегодня у меня для вас обзор из магазина «Лента», это город Ульяновск. Покажу вам посуду и товары для кухни, представленные в этом магазине. Всем приятного просмотра! Смотрите, какая красивая банка для меда, называется она «Улей с пчелкой». Здесь уже в комплекте идет даже ложечка для меда деревянная. Это хрусталь, высота 13 см, цена 1199 рублей, производство Чехия. Дозатор для сахара объемом 200 мл, в составе стекло и нержавеющая сталь. Производитель Китай, цена 50 рублей. А еще в продаже есть вот такие емкости, они тоже стеклянные и с ложечкой, с крышкой из полипропилена. Объем у них 200 мл, производство Турция, цена 130 рублей. Мне очень понравилась вот эта сахарница, смотрите, какая интересная. Объем у нее 410 мл, это сахарница с крышкой, на которой имеется ручка, и с ложкой. В открытом состоянии она выглядит вот так. В составе стекло и полипропилен, цена 200 рублей. А есть еще вот такие емкости для соуса, это та же серия, производство Турции. 370 мл у нее объем, в составе стекло и полипропилен, цена 135 рублей. А это емкость для специй объемом 190 мл. Сверху в крышечке имеются дырочки разного диаметра. Сама банка стеклянная, крышка полипропилен. Цена 130 рублей. А также покажу вам из этой серии набор для специй. В набор входят две баночки стеклянные с крышечками и подставочка. В подставочке есть еще два отделения для того, чтобы положить зубочистки. Стоит этот набор 250 рублей. Производство Турция. От фирмы «Атмосфера» есть вот такая интересная подставка для столовых приборов. Очень оригинально смотрится. Есть два цвета, серый и черный. Размер 10 на 10 на 16 сантиметров, в составе углеродистая сталь, производитель Китай. Цена 350 рублей. И этой же фирмы есть вот такая металлическая подставка под горячее. Размер 20 на 20 на 1, в составе углеродистая сталь, цена 240 рублей. Очень красивый атрибут для вашего дома, это банка для меда и варенья. Смотрите, какая оригинальная крышка. Внутри имеется ложечка, объем 370 мл, производство Турция, в составе стекло и пластик, цена 150 рублей. Соусник стеклянный, Basic. От производителя Паша Бахче. Объем этого соусника 250 мл. В составе натрий кальций силикатное стекло. Изготовитель Россия, город Бор, Нижегородская область. Цена 140 рублей. Мельница механическая, ручная. От производителя Home Club. Это Китай. Такая интересная. И дорогая, кстати, цена 410 рублей. Сахарница «Алый мак», объем 450 мл, это фарфор, производитель Беларусь, цена 240 рублей. А эта сахарница чуть больше размером, она называется «Пионы», объем у нее 550 мл, также это фарфор, цена 260. Тарелка десертная от производителя Home Club, называется она «Венеция», диаметр тарелки 19 см, материал фарфор, изготавливаются они в Китае. Цена 129 рублей. Набор стаканов для виски называются Грегори. 320 мл в объеме. В наборе две штуки. Это хрусталь. Производство Чехия. Цена 800 рублей. Также из этой серии есть подсвечник хрустальный. Высота его 9 см. Цена 400. Из хрусталя также есть еще и вот такой большой салатник. Посмотрите, какая красота. Очень красиво смотрится. Его диаметр 25 см. А цена 1000 рублей. И есть салатник поменьше, он диаметром 21 сантиметр, но также хрусталь, цена 900 рублей. И первый раз вижу вот такую вещь, это сахарница с ложкой, металлический, объем у них 530 мл. Смотрите, она прям вот такая вся блестящая, очень круто смотрится. 629 рублей она стоит, в составе нержавеющая сталь, а производитель Китай. А есть еще вот такая хрустальная сахарница с крышкой, производство Чехии, 9,5 сантиметров у нее диаметр, цена 400 рублей, это хрусталь. От производителя Home Club в наличии есть вот такие механические мельницы для специй, диаметр у нее 6 сантиметров, высота 12, в составе стекло, полипропилен и керамика, производитель Китай, в наличии есть трех расцветок, белые, коричневые, черные, цена 200 рублей.
Дозатор для сахара Home Club объемом 200 мл, в составе стекло и металл, производитель Китай. Цена 50 рублей. Из кухонных принадлежностей я увидела здесь еще вот такой интересный, ну это, наверное, емкость такая с дозатором, оригинальная. Не знаю, для чего она предназначена. Объем у нее 180 мл, в составе натрий-кальций-силикатное стекло и пластмасса. Производитель Китай. Наличие есть несколько расцветок, цена 110 рублей. Еще одна новиночка в ленте от фирмы Талер. Появились новые салфетницы, размер 9 на 13 на 3 сантиметра. Выглядят они очень интересно. Смотрите, открыла, покажу вам тоже. В составе у нее нержавеющая сталь. Производитель Великобритания. Цена 200 рублей. И есть еще вот такой вариант. Это производитель Мелани. Цена 310 рублей. Масленка серии Вельвет от производителя Home Club. В составе этой масленки фарфор. Производитель Китай. Цена 770 рублей. И есть масленка Вилмакс, тоже фарфор в составе, цена 770 рублей. Салатник Хейс от производителя Паша Бахче, диаметр у него 13 сантиметров, натрий-кальций-силикатное стекло упрочненное, производитель Бор, Нижегородская область, цена 43 рубля. Есть большой салатник, это тоже натрий-кальций-силикатное стекло, производитель Паша Бахче, диаметр у него 30,5 сантиметров, производитель Бор. Цена 230 рублей. От Паша Бахче есть еще и стеклянный салатник на ножке. Его диаметр 31,5 сантиметров. Цена 500 рублей. Вы только посмотрите, какая красота. Это стеклянный салатник. На первый взгляд скажут, что это хрусталь. Салатник диаметром 23 сантиметра. Цена 650 рублей. И есть такой же салатник в виде сердца. Его диаметр 16 сантиметров. Называется Романтик. Цена 270. Салатник на ножках диаметром 12,5 сантиметров. Этот салатник хрустальный. Цена 400 рублей. Производство Чехия. Минажница. 4 отделения. В составе у нее стекло диаметр 22 сантиметра. Производство Китай. Цена 200 рублей. Есть вот такой интересный салатник. Высокий. Очень красиво смотрится. Это тоже стеклянный салатник. Диаметром 13 сантиметров. Цена 150 рублей. И есть еще вот такой вариант, этот салатник на ножках, диаметр его 10 сантиметров, цена 120 рублей, это стекло. Смотрите, есть и корница маленькая стеклянная, ее размер 9,5 на 9 сантиметров, а цена 100 рублей. В ленте есть вот такие наборы из двух форм для запекания. Пайрекс называется. Здесь есть круглая форма диаметром 28 сантиметров и квадратная 20 на 17 с ручками идет. Изготовлены они из сверхпрочного боросиликатного стекла, производство Франция, цена 600 рублей. Стеклянные кувшины для напитков называются Apollo. Объем у них 1100 мл, производитель Китай, цена 240 рублей. Есть еще вот такие кувшины, они с декором, с рисунком. Тоже стеклянные, с полипропиленовой крышкой, производство Россия, цена 278 рублей. В распродаже сейчас стоят вот эти тарелочки со звездами. Это тарелка десертная диаметром 19 сантиметров, в составе у нее фарфор. Производитель Китай, цена 50 рублей. Также в распродаже сейчас вот такие кружечки рельефные с цветком, называются Вельвет. Объем у них 350 мл, в составе фарфор, производитель Китай. На выбор есть два цвета, цена 165 рублей. Смотрите, какая интересная кружка до пятницы. Я совершенно свободен. В составе фарфор, объем 350 мл, цена 170 рублей, производитель Беларусь. И есть вот такие очень интересные миски из мультика «Холодное сердце». В составе этих мисок керамика, диаметр 18 сантиметров, производитель Китай, цена 100 рублей. Хрустальный салатник диаметром 11,6 сантиметров, производство Чехии, стоит 400 рублей. И смотрите, какой есть набор. Это заварочная кружка с ситечком и с крышкой, объем 420 мл. Цена 250 рублей. От фирмы Талер тоже есть кружка для заваривания. Она объемом 400 мл, в составе у нее термостойкое стекло и силикон. Цена 750 рублей, производство Китай.
На полочках магазина «Лента» я еще обнаружила такую очень нужную вещь, на мой взгляд. Это миска из нержавеющей стали с пластиковой крышкой. «Амарена» называется. Объем у нее 1,5 литра. В составе нержавеющая сталь и полипропилен, цена 260 рублей. Смотрите, какая удобная штука. Это металлическая подставка держатель для сковородок. Подходит для сковородок от 20 см до 28. Цена 500 рублей. Еще один очень интересный девайс для кухни. Посмотрите, это держатель для чашек, который крепится прямо на полку мебели. Спокойно можно расположить 10 чашек, и дополнительный фиксатор для крепления идет уже в комплекте. Производитель Китай. Цена 460 рублей. От фирмы Melanie здесь есть еще вот такая металлическая сушилка для посуды размером 43 на 34 на 7,5. Сушить можно здесь абсолютно все. Производство Китай, цена 420 рублей. И есть вот такая пластиковая сушилка для посуды, большая. Здесь есть несколько отделений для чашек, для тарелок, а также для столовых приборов. Называется она Flanto, размер 50 см на 33,8 на 10,4. Это сушилка с поддоном, цена 340 рублей. Мне очень понравился вот этот пластиковый поднос прямоугольной формы. Он с ручками и очень интересная у него такая форма. Молочного цвета, размер 41 на 27 на 5. В составе полипропилен, изготовитель России, город Москва, цена 96 рублей. В продаже есть еще вот такие пластиковые лотки-вкладыши для столовых приборов. Размер его 28 на 31 на 5 сантиметров. Изготовлен он из полипропилена. Производитель России, город Белгород. Цена 50 рублей. И есть еще вот такие лоточки для столовых приборов. Здесь 5 отделений. Эти лотки белого цвета, маленькие. Производитель Россия, цена 95 рублей. И еще вот такой вариант, это тоже пластиковые лоточки, такие все в дырочку. Здесь 5 отделений, в наличии есть несколько ярких расцветок, розовые даже есть. И цена 80 рублей. А еще увидела такие пластиковые подносы, круглые они с ручками, очень яркого цвета. Диаметр у него 34,5 см, в составе полипропилен, а производитель России, город Смоленск. Смотрите, как их здесь много. Все они такие яркие. И цена 170 рублей. Смотрите-ка еще какой помощник есть в ленте. Это ложка-душлак. Длина его 34 сантиметра. Рабочая температура до 210 градусов. Изготовлен из полипропилена. Производитель России, город Москва. Цена 130 рублей. И вот еще тоже очень нужная вещь. Это крышка для свечи-печи. Она с клапаном. Так, использовать можно не более 5 минут. Изготовлено тоже из полипропилена в России. Цена 70 рублей. Горшочек для запекания. Называется обжорка. Его объем 700 мл. В составе керамика коричневого цвета. Цена 100 рублей. Производитель Россия. На сегодня это все. Если вам понравился обзор, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Увидимся с вами очень скоро. Всем пока-пока.